три видеокамеры. Одна показывает впереди. И две камеры салонные. Здесь просто датчик, и он показывает, какое давление в баллонах, сколько осталось. Вот сейчас показывает 130 кубов. Использование компримированного природного газа дает эксплуатирующей организации разницу в затратах на топливо в 3 раза меньше, чем использование дизельного топлива. При проектировании всех газовых систем вопросы безопасности стоят прежде всего. И, значит, реализованы такие системы, как при настройке всех вообще газовых систем, она запитана при пуске ключа зажигания. При размещении баллонов каркас самого кузова усиливается, значит, и это не представляет никакого дополнительного риска для пассажиров. Автобус будет проходить тестовую эксплуатацию в городе Череповце в течение 2 недель. Хотим получить данные по фактическому расходу топлива. Значит, данные, которые представлены нам производителям, всем известны, да, то есть это экономичность, то есть в 2-3 раза снижается расход топлива. Экологичность тоже, они выполняют нормы Евро-5, Евро-6. Проведем тестовую эксплуатацию, будем делать выводы о возможности эксплуатации таких автобусов в городской черте. Когда будут появляться автобусы уже такого типа побольше, то есть 10 и более, будет рассматриваться вопрос о строительстве газовой заправки уже в черте города, чтобы уже распространять этот опыт эксплуатации автобусов на других перевозчиков.